На днях свое 85-летие отметит санаторий «Одесса», что на Французском бульваре. Одна из немногих знаменитых здравниц, сохранившихся в нашем городе с советских времен. И территория с великолепной природой, и лечебная база с многочисленными процедурами, близость к морю. Здесь все способствует полноценному отдыху. На экскурсии в санатории побывали наши корреспонденты. Даже в самый жаркий день здесь уютно и прохладно в тени многочисленных деревьев. Санаторий «Одесса» был разбит в свое время на территории знаменитого ботанического сада на Французском бульваре в курортном районе Одессы Аркадии. Сотрудники санатория смогли сохранить все это великолепное разнообразие растений. Фонтаны, аллеи, дорожки, беседки и качели, детские площадки – здесь есть где прогуляться и отдохнуть. Площадь санатория более 14 гектаров. Само собой, что на такой территории легко уединиться и отдохнуть, в том числе с детьми, от суеты напряженных городских будней. Санаторий «Одесса» – это здравница общего профиля. Ведущая патология – это заболевание опорно-двигательного аппарата. Также здесь оздоравливаются пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, нервной системы, репродуктивной сферы и псориаза. Работает бальная терапия на морской воде, которая поставляется собственной системой снабжения. Мы отпускаем пилоидотерапию грязями Куяльницкого лимана. Очень большая аппаратная физиотерапия. Как всегда, у нас очень хорошие результаты лечения. За 85-летнюю историю санаторий накопил огромный опыт в санаторно-курортном лечении. Здесь наработаны собственные методики, использующие и целебные силы природы, и достижения современной медицины. Великолепные результаты дают не медикаментозные природные факторы. Это спелеотерапия в соляной пещере, озонотерапия, лечебные грязи, ароматерапия. В санатории работает лечебно-терапевтический бассейн с морской водой, которая подогревается до 30 градусов и меняется ежедневно. Здесь отпускается уникальная процедура подводного пассивного вытяжения с применением аквапояса. Эта методика единственная в Одессе и на юге Украины. Мы отпускаем эту процедуру уже в течение 3 лет. Существуют хорошие наработки, очень позитивные результаты. И некоторые пациенты, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, приезжают к нам повторно на эту процедуру. Санаторий привлекает пациентов и особой системой грязелечения, единственной в своем роде среди одесских санаториев. Грязелечение отпускается по методике тонкослойной грязевой аппликации с применением термоодеяла. Мы применяем сертифицированные грязи Куяльницкого и Будакского лимана. Очень хорошие результаты при лечении опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы. Широко представлена также бальнеотерапия. Пациентам отпускается множество различных ванн. Есть здесь газовые ванны, азотные, углекислые, жемчужные. Есть ароматические, лавандовые, шалфейные, хвойные. Большим спросом пользуется процедура подводного массажа. Она дает позитивный эффект и отлично вписывается в программу лечения большинства патологий, которые лечатся в санатории. Большое внимание здесь уделяют физической реабилитации пациентов, ведь на фоне всеобщей гиподинамии так важно заниматься физкультурой. Спортивный зал с тренажерами и массажерами, занятия с инструкторами – все к услугам отдыхающих. В программах лечения различных патологий включена различные процедуры, в том числе и нордическая ходьба, которая у нас внедрена уже в течение 3 лет, дает прекрасные результаты и очень хороша для горожан, которые ведут сидячий образ жизни. Это бич нашего времени. Невозможно не заметить, что в санатории реализована программа безбарьерной архитектуры, а это значит, что любое помещение доступно для колясочников. Ну а все вместе взятое – природные факторы, современные методики оздоровления, квалифицированный внимательный персонал – позволяет добиваться великолепных результатов лечения и оздоровления пациентов, что не может не радовать врачей. В течение первых 3 дней пациенты, как правило, озабочены, взволнованы. Через 3 дня все становятся санаторными, все успокаиваются. Но еще более приятно, когда люди приезжают на 2-й, на 3-й год, приезжают с семьями, приезжают уже к определенным врачам и на процедуры. И нам приятно видеть очень хорошие эффекты нашего лечения. Ну а накануне 85-летнего дня рождения в санатории «Одесса» съедутся врачи из разных стран мира для того, чтобы на международной конференции обсудить актуальные вопросы ведомственной медицины в санаторном лечении. Елена Мазур, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».